В завершении первого отделения позволю себе сделать то, чего мы никогда не делали в своей жизни. Мы никогда в своей жизни не использовали в своих концертах каких-либо предварительно сделанных записей, в народе именуемых фонограммами. Но сейчас я позволю себе это сделать, и вот почему. Дело в том, что несколько месяцев назад мне принесли практически на блюдечке с голубой каемочкой очень интересный продукт. Диск наших с Георгием песен. Он полностью весь записан. Он аранжирован очень хорошими аранжировщиками и сыгран прекрасными консерваторскими музыкантами. Это в нем не хватает только наших голосов. Или чьих-нибудь еще, я еще не знаю чьих, но продукт практически готов. Там 18 песен в этом диске. Некоторые из них, некоторые аранжировки мне так нравятся, что я решил сегодня их попробовать исполнить. При том, что люди, которые это делали, они не имеют прямого отношения к музыке. Они вообще занимаются не музыкой, а вообще даже, вовсе даже и нефтью. Но учились в университете приблизительно в одно время с нами. И как-то так очень хорошо знают наше творчество. Они на свой вкус выбрали эти песни, полностью спродюсировали всю эту запись, рассказали музыкантам, как должны звучать эти песни. И сейчас я попробую отнеситесь к этому соответственно. Я вам клянусь, я это делаю первый раз в жизни, я это не на концерт, никогда этого не делал. И я прям волнуюсь. На безжизненных мостах и в присутственных местах, в долгих пробках и заторах, в суматошных поездах. И когда лечу по небу, и когда иду ко дну, я все время вспоминаю неотвязчивость одну, ту заветную квартиру под названием «Своя», тот смешной кусочек мира, где живет моя семья. Тот смешной кусочек мира, где живет моя семья. Я мечтаю оторваться от работы и людей, от безумных демонстраций и неистовых затей. Каждый раз, когда погода начинает раздражать, я мечтаю оторваться и в припрыжку убежать в ту обитель постоянства, в те житейские моря, в то евклидово пространство, где живет моя семья. То евклидово пространство, где живет моя семья. И я бегу от зимней стужи и от желтых фонарей, от всего, что там снаружи навалило у дверей, от дурацких ритуалов и от вычурных одежд, от позорных поражений и незабывшихся надежд. В уголок тот сокровенный, где волшебные края, тот родной конец вселенной, где живет моя семья. Тот родной конец вселенной, где живет моя семья. И пускай меня судьбою загоняет в колею, я найду всегда без сбоя траекторию свою, по которой, огибая неродные города, я сумею возвратиться непосредственно сюда, на зеленый этот остров, где-то будь, спасаюсь я, где все просто и непросто.
где живет моя семья.